Всем привет! Ну что, Юль, как новая четверть? Замечательно, все-таки каникулы дают о себе знать. Хорошенько отдохнула, теперь готова получать одни пятерки. Это точно. С другой стороны, последняя четверть в этом году. Многие наши одноклассники уходят после 9 класса. Так очень грустно. Так, все, не ной. Еще целых 2 месяца. Сейчас лучше давай скорее начинать. Итак, наша детская информационно-развлекательная программа «Переменка» начинается! Юль, ты же наверняка знаешь, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 22 ноября указ об объявлении следующего 2024 года в России годом семьи. Конечно, как это прекрасно. Теперь можно смело проводить различные мероприятия, посвященные семье. Ага, и не надо ждать никаких праздников. По такому случаю в Леневском детском саду «Родничок» прошла такая встреча, которая была посвящена семье. На минувшей неделе в Леневском детском саду «Родничок» прошла встреча, посвященная семье. Во всех образовательных учреждениях нашей великой страны проводятся торжественные мероприятия, посвященные открытию года семьи. И детский сад «Родничок» не стал исключением и с огромным удовольствием поддержал эту идею. На нашем мероприятии мы хотим сблизить и объединить семьи еще сильнее. И показать детям, что семья – это главное, то, что есть в их жизни. Посмотрите, сколько болельщиков и какие команды присутствуют на нашем мероприятии. Я думаю, что сегодня все получат очень много хорошего, положительного позитива, и у всех останется только положительное отношение к нашему мероприятию. Встреча началась с вопросов ведущих мероприятия. Они загадывали деткам загадки о семье. Ребята, в свою очередь, слушали их и правильно отвечали. Без чего на белом свете взрослым не прожить и детям? Кто поддержит вас, друзья? Ваша дружная семья! Конечно же! Фотография стоит в золотистой рамочке. Чей взгляд солнцем согревает? Взгляд любимой мамочки! Мамочки, конечно! Молодцы! Кто научит гвоздь забить? Даст машину порулить? И подскажет, как быть смелым, сильным, ловким и умелым? Вы все знаете, ребята, это наш любимый папа! Мероприятие продолжилось приветствием 3 команд. Ими стали самые активные, спортивные участники праздника, семьи воспитанников детского сада. Все команды творчески презентовали свою семью. Они представили визитную карточку своей семьи. Мы Кокоревы, этим мы гордимся. Дружнее нас в мире не сыскать. Едины быть, во всем стремимся, во всем друг другу помогать. Двое, число небольшое, у нас замечательных детей. И мы живем, не зная горя, полны желаний и идей. Дети нам спасибо, ежедневно говорят. Мы даем любовь и силу, всегда поддержим наших девчат. Я всегда в заботах, стираю, варю и пеку. Быть мамой трудная работа, то влажу, то вяжу, то шью. Я всегда в делах, я их родная. Несу гармонию в семью, лелею всех, не забываю. И каждому шепчу «люблю». И папа очень мы гордимся, ведь он пример для нас во всем. Мы подражать ему стремимся и беспокоимся о нем. Поднять семью – это немало. Он реально трудится для нас и очень любит нашу маму за блеск ее лучистых глаз. Еще без музыки, признаться, прожить всем нам никак нельзя. Программа конкурса была очень насыщенной и интересной. Участники проверили себя не только на ловкость, силу и умение, но и на способность работать одной командой. Все этапы этой увлекательной игры проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители, в свою очередь, зорко следили за ходом событий и переживали за своих участников. Голубой вагон! Почему?
Все участники мероприятия проявили свои таланты и замечательно справились со всеми заданиями. Хотелось бы поблагодарить за данное мероприятие. Все прошло великолепно. Мы часто посещаем такие мероприятия, всегда участвуем с семьей. Всегда нравится принимать участие. Это сплочает родителей, то есть с детьми вместе. Мы заряжаемся бодростью на весь вечер. В конце мероприятия заведующая детским садом Олеся Петровна Сидоркина выразила огромную благодарность всем семьям за активное участие в жизни детского сада и в праздничном мероприятии и наградила всех грамотами. И, знаете, я хотела вот что сказать. Наверное, сегодня не самое главное, кто у нас победитель, потому что победители мы сегодня все. Самое главное для нас сегодня – это та атмосфера, которая царит сегодня в зале, и те эмоции, которые мы с вами сегодня испытываем. Я хочу сегодня вам пожелать, чтобы в ваших семьях всегда царила любовь, благополучие, понимание и счастье. Всем вам добра! Мероприятие по открытию года семьи в детском саду прошло на ура. Дети и их родители получили незабываемый опыт и наслаждались каждым мгновением, проведенным вместе.